Всем привет, дорогие зрители моего канала. С вами Вернайт. Мы продолжаем Сталкер Тень Чернобыля. В прошлой серии мы отключили пси-устройство на янтаре. И скоро мы пойдем отключать уже большую рыбку, а именно сжигатель мозгов. Так. И сразу говорю, я заболел. Вот доказательство. Вот что я скажу. Так вот. Я и так, блин, хреново говорю в микрофон, так еще и буду кашлять. Вообще круто. Тебе сюда нельзя. Вообще круто, да, чувак? Да? Круто. Тебе сюда нельзя. Вот видите, мне сюда нельзя. Так. Значит, Проходи, не задерживайся. Да, вот видите, надо проходить, не задерживаться. А еще надо идти на кордон и встретиться с проводником. Там мы это... короче, порешаем. Он, наверное, он знает, где, наверное, доктор. Что-то там это... Не знаю. Короче. Я еще бегу хреново. Здрасте. Стоять! Территория для чужих закрыта. Да. Стой на территории баз долго дороги нет. Чужакам там делать нечего. Барон мне сказал, что у вас начальство есть для меня какое-то задание. Да, он сообщил нам о тебе. Но перед тем, как мы тебя пропустим, я должен ознакомить тебя с нашим правом. Пошел ты вам. Так. Правила мне не нужны. Зашел, поговорил, вышел. Так. Вот эти все правила. Сейчас надо с генералом Воронином поговорить. Здорово, Питики. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Зачем ты меня позвал? Слушаю. Барон сказал, у нас есть какое-то задание. Хочу попросить тебя выполнить одно дело, лично для меня, понимаешь? Короче, у них война с свободой, и у свободы есть два, короче, бульдога. И они хотят один забрать. Для этого нужно найти повара и взять побольше удочки. Чтобы его напоить, и, короче, он рассказал всю инфу. Хорошо, я берусь. Вот, И, короче, полковник Черепа, он ослушался приказа, и поэтому все ему... Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Вот, его, кстати, можно убить потом. Вот. Кстати, в прошлый серии мы прикупили айсвал, да? Твою мать. Ладно, давайте возьмем тут тайничочек, короче, такой интересный. Блин, как что мне делать с этим вот... с этим говном? Я не знаю, что делать. Мне вроде все нормально, а тут вот... Давайте возьмем тайник. Вот такой вот небольшой. Кстати, ко мне скоро должен прийти доктор, поэтому. Да. Доктор, поэтому отлучусь немного потом. Ладно. Так. Так. И, короче, недавно скачал Call of Chernobyl, и, блин. Я скачал его, и это мне как-то ошибка выдавала постоянно. Так себе. Сын ошибку мне выдавал. И что мне пришлось сделать? Мне пришлось что-то там скачать, чтобы не было никакой этой ошибки. Вот. Теперь, когда я сохраняюсь, он у меня просто вот так залагает, и все. И потом надо ждать, пока он там отгрузится, все дела. Еще я играю за одиночку, потом думаю, прохождение сделаю. Когда пройду трилогию сталкера. Так, это не нам. Можно, кстати, дать этот все этому. Чуваку. Чуваку нашему этому, который. Как его там зовут-то? Полковник. Блин. Как же зовут этого чувака-то, я уже забыл. По-моему. Этот как. Что-то. Петренко, во. Здорово. Вот, полковник Петренко. Так. Продаем мне патроны. 58 рублей, это нормально. Чё тут он? Чё-то мало ты мне даешь. Кстати, надо патроны подкупить, такие вот хорошенькие. Всё. Всё. Помянем. Зачем пришел? Ой. Блин. Как думаете, делать мне, переносимый вес 100 килограмм, потому что это невозможно просто.
Это невозможно, и все. Ну не знаю, мне хотелось все это из этой хрени пройти, но я больше на арену не вернусь, все, идите нахрен. Ну, я хотел это пройти без этой хрени, но это невозможно, просто вот так вот, 59 килограмм идти и... Иди своей дорогой, Стар. Еще идти своей дорогой, так. Еще надо водку тащить много, где-то примерно сколько там? 3-4 штуки, а для меня это он полный пипец. Так, ладно. Идем встречаться с проводником. Там посмотрим. Цельчик, я себе свои ТРС-очки нашел. Здорово. Так. Ладно, встретимся, короче, на кордоне. О, ебал. Короче, на кордоне встретимся, понятно? Я на кордоне. Проводник действительно наблюдается. Сейчас к нему подойдем. Так. Здравствуй, брат. Проводник, мне нужно встретиться с доктором. Пожрать бы чего хорошего. Смотри-ка, ты откуда так знаешь о докторе? Меня послал призрак, помоги мне срочно связаться с доктором. Так бы сразу и сказал, доктор Твинки Стрелка. Если ты тот, за кого ты себя отдаёшь. Колбасу и батоны нынче хреново. То место знаешь сам, стали. Спасибо. До встречи. Кусок бы мяса. Сейчас обратно надо идти. А именно на Неагропром. Слепь все там. Так, я уже в подземелье. Сейчас мы встретимся с доктором. Еще нужен Гондурасу завалить. Так. Да, это стелс. Пушка. Что где тварь? Тихоря тут всех завалил. Я такой. Стволы доставайте, пацаны! Не заметили. Так. Тратить патроны. Так. Кто-то будет? Да. И два. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, хорошо. Так, щупальца есть? Не знаю. Так. Военные тут есть? Пока нет. А тут... Да, тут есть военный. Давайте быстрее. Сходим. Да ё-моё. Пей. Ешь, пей, жуй, бинты. Так. Опа. Эй, стрелок! Давай, давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Да. Это ж ты предложил такую меру безопасности. Да? Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я растопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи.
Нормально. Так. Ладно. Появилось-то что-нибудь новое? Ты что тут появилось? Ничего особого. Флешка тут и нету, конечно. Ну тут ничего интересного, поэтому мы идем отсюда. Так. Что туда, куда идти? Ну, конечно же. Нет, сначала давайте вот. Повар на бойцу собой. Ты издеваешься? Не хочу никого убивать-то. Задолбали. Так, что тут есть? Это говно, короче. Так. Какого хрена? Где он? Где этот кусок говна? Ну, ё-моё. А, вон. Всё. Убери нам бандита, все хорошо. Так, чего у тебя тут? О, тайник. Вот трех цистерн. Потом будут у меня тайнички некоторые. Так. Ну идем. Так, ладно, идем. Все. Тогда идем нам за бульдогом. Ну не знаю, ребят. Воу! Что это такое? Это. Нарезной который. Что он делает? Так, модификация на уменьшение депрессия. Спас 14, блок подхода для стрельбы. Дробью, зато идеально для стрельбы жиканом или дротиком. Понятно. Кочерга были, да? Иди, кстати. Ну, конечно же, надо же ему пропасть. Так, все, идем. Думаю, серия сегодня получится короткая, так как некая интересная фигня появилась. Короче, надо сделать на 100 килограмм, потому что это невозможно просто. Так, здрасте. Это бандит. Гондурас! Все, нет бандита. Был бандит, нет бандита. Так. Ладно, тогда уж встретимся в баре, там посмотрим. Вот, я пришел в бар. Ой. Так. Ну. Ну что, сегодня серия получилась очень короткая достаточно. Вот, ну хотя такая вот, ну, я открыл, короче, новую концовку, там их всего, смотрите, 7 на плохая и одна хорошая. Вот, третья, но она такая вот простая, просто духнуть в аномалии. Ладно, 7. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.